Время идет, и рынок вейп-продуктов из США меняется. После 8 августа 2016 года выпускать новые устройства не разрешается, но некоторые успели наклепать много девайсов на месяцы вперед. Сегодня мы расскажем про результат совместных усилий компании Ravensmoon Vapor и еще 4 модеров – Yeti RDA от Envy. В красивой алюминиевой коробочке нас ждет сама дрипка и небольшой ремкомплект, который предлагает всего пару запасных винтов да о-рингов. Сама же Yeti RDA вряд ли кого-то удивит своей конструкцией, а вот внешним видом – может. Непривычно видеть плавные изгибы на теле атомайзера, но здесь это красиво обыграно как дриптипом, так и новыми возможностями для сбора красивого сетапа. Например, подобная форма неплохо подойдет для того же Scoundrel или Bane. Но вернемся к основе, а точнее к базе. Две стойки с большими отверстиями для любого койл-порна? Есть. Неплохой по глубине колодец для дрипки такого размера? Есть. Регулируемый обдув для двух спиралей? Есть. Дриптип, который можно заменить на любой 810-го формата, тоже на месте. Что еще надо для счастья? При своей стоимости в $40, которая немного выше схожего по направлению Phenotype LS, Yeti RDA качественнее и вкуснее. Рецепт отменного пара прост. Ставим по 5 витков фьюст клептона на оправу 2,5 мм. И вперед. Нужны суровые облака? Открываем обдув полностью. Нужен вкус? Закрываем обдув и получаем вкусопередачу на уровне Petri с клаудкэпом. Винты, кстати, во время тестирования не перекусывали разные намотки и вообще не создавали каких-либо проблем. Из минусов можно отметить разве что тонкие оринги, из-за которых кэп снять можно и не глядя, лишним движением в кармане. Слегка расстроили подтеки, часто возникающие из-за скопления конденсата на стенках купола дрипки. И да, ступенька на внутренней стороне корпуса от этой проблемы не спасает. Впрочем, это не совсем и проблема. Yeti RDA можно легко закапывать и через дриптип. Вопрос один. Кому нужен такой атомайзер? Определенно модникам, которые хотят выделиться среди однотипных Кеннеди и Гунов, а также любителям очень вкусовых дрипок. Мы благодарим Vape Envy за предоставленное устройство. Подробный обзор, как и всегда, вы можете прочитать на нашем сайте. А чтобы не пропускать свежие ролики, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не спрашивайте, почему она называется Yeti. Мы и сами не знаем.